Это от всех нас. Спасибо. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! И спасибо за теплые слова, за молитвы. Ребята, вот кто пели вот эту молитву «Милость», как зовут брата-гитариста, не знаю. Олег, да. И сестрички, молодцы. Вообще, слава Богу, это очень такая трогательная песня, да? «Милость». Пусть Бог благословит, и пусть в вашей жизни должна быть милость Божья. Великая милость Божья. Одна из самых таких потрясающих песен, вот тоже, которая в моей жизни, вот эта песня как раз «Милость», «Рахем», «Милость Божья». Отец, Бог наш, Царь наш, во имя Иисуса Христа и Иешуа, Сына Твоего, милость Свою кажи нам сегодня. Мы к очень непростой теме сегодня приступаем, продолжая тему истории христианства. Сегодня, Господь, мы коснемся очень страшных слоев, очень страшных страниц истории христианства. Бог всемогущий, но Ты свидетель, что мы приступаем к этой теме страшной не чтобы судить живых или мертвых, но чтобы, Господь, учиться быть верными Тебе, не грешить пред Тобой. Бог, чтобы нам не попасться на удочку врага, чтобы нам не осуетиться в умствованиях наших, чтобы не омрачилось сердце наше, и чтобы помогать тем, кто запутался. Бог всемогущий, пусть милость Твоя к этой земле будет сегодня, Господь, в этом семинаре, в этой части семинара именно. Бог всемогущий, я прошу Тебя, Господь, пусть сегодня цепи падут еще и еще. Пусть сеть будет расторгнута, вражеская сеть, и души будут избавлены. Во имя Иешуа Машиаха и во имя Иисуса Христа. В эту пасхальную, Господь, предпасхальную вечер, часть семинара, Боже, в предстоящую, Господь, пасхальную ночь, Боже, освобождай души людские. Пусть совершается Пасха 21-го столетия. Пусть совершается великий исход из царства тьмы. Пусть взвоет фараон. Пусть Господь будет угнетаем его Египет. Боже, пусть души выйдут на свободу сегодня. Во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Отец, за тех, кто сегодня скажет Богу «да». Я прошу Тебя за тех, кто сегодня говорит Тебе «да» и соглашается с Твоим планом искупления, с Твоим планом исхода, с Твоим планом освобождения. Прошу Тебя, Господь, Бог, дай им, Господь, быть верными до конца. Дай идти до конца. Дай, Господь, сегодня свою благодать эту. Пусть море расступается, пусть, Господь, чудеса и знамения сопровождают Слово Твое. Пусть сегодняшним вечером, Господь, и предстоящей этой пасхальной ночью великого праздника, праздника всех праздников, Боже, пусть совершается Твое искупление. Бог благословен. Аминь. 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 Слава Иисусу Христу. Слава нашему Господу Богу, Спасителю. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья и сестры. Всех вас благословляю именем Господа нашего Иисуса Христа. Очень интересный сегодня вечер. Знаете, уже много-много поколений людей сегодняшним вечером, вот и в предстоящую ночь с 14 на 15 Нисана, люди задают вопрос, чем эта ночь отличается от всех остальных ночей? Чем этот день? В принципе, все дни и дни, все Бог создал. Но есть какие-то дни особые. Есть некоторые дни, которые Бог сам сказал, что это Его праздники, Его дни. Я не знаю почему, я думаю, что никто из живых и смертных до конца не знает почему, зачем. Но мы, доверяя нашему Отцу, просто благодарим,
вспоминая не только то, что было когда-то, много поколений назад, тысячелетия назад уже, когда совершалось великое искупление народа Божьего, когда великое множество народа было освобождено из царства тьмы. Именно сегодняшним днем, 14 Нисана, по библейскому календарю, в этом году это совпало с 6 апреля, именно в этот день и в этот вечер совершалось одно из таких важных таинств в истории планеты. Кровью агнцев накануне последней казни египетской все те евреи, что уверовали в Бога Израилева, все те евреи, что поверили Моисею как Божьему посланнику, как Божьему пророку, и все те неевреи, что уверовали в Бога Израилева, совершали таинство, удивительное таинство. Резались животные, проливалась кровь. Эту кровь отцы семейств, ей помазывали перекладины домов, косяки. И находились внутри домов. Испекали это животное, ели это мясо. Сейчас пасхальный седер, современный пасхальный седер, пасхальный ужин, он довольно, как правило, скромный. Особенно вот в традиционном иудаизме современном, он довольно-таки очень скромный. Сегодня на столе не так много пищи и символически немного мяса. В те времена было по-другому. Надо было за одну ночь съесть целое животное. Скажете, немного ли мяса? Да, некоторым семьям было это много слишком, поэтому они должны были объединиться с другими семьями, небольшими, чтобы за ночь уговорить целое животное. Они должны были съесть, и нельзя было ничего оставлять. Надо было все, что останется, нельзя было в холодильник, куда, нет, надо было все это сжечь. Такое было повеление Бога. И это была ночь свободы. Впервые рабы ели как свободные люди. Есть старая традиция, она не везде соблюдается, во время седера возлежать, во время седера облокотясь кушать. Так могли есть только свободные граждане, так не могли есть рабы. Бог начал вчерашних рабов приучать к свободной жизни именно в эту ночь. Интересно, все те, кто уверовали, все те, кто послушались этого повеления, они избежали страшной казни. Мы знаем, какая казнь была. Очень страшная казнь. Мы знаем, что погибли первенцы от человека до скота. Мы знаем, что плач был по всей стране. Но Бог свидетель, что это не евреи начали войну эту. Что это начал фараон. Он ожесточался. И всегда, когда на народ Божий ополчался враг, враг был повержаем. Повергаем. Почему? Потому что сам Бог заступался за своих детей, и он был мстителем. Фараон, наверное, не ожидал, какой страшной будет местью, Божьей мести. Мы помним из книги «Исход» страшные слова. Помните, да, когда детей, мальчиков всех еврейских должны были убивать. Фараон первый в истории человечества, правитель, который попытался контролировать рождаемость населения, именно своих рабов, и он решил убивать мальчиков. Слишком много евреев, он так посудил. Но знаете ли, прошло много времени, некоторое время минуло, и погибали египетские дети. Страшная картина, да? Дети, расплачивающиеся за кровь. Страшно, конечно, очень. Друзья, и Египет не остановился даже на этом. Дав свободу, мы знаем, что фараон погнался. Армия Египта хотела устроить огромный еврейский погром, уничтожить рабов, которые вот только что вкусили свободы. Но Бог заступился и здесь. Он сделал море пешеходным. Он потопил армию египтян. Он совершал чудеса.
И вот сегодня, уже много столетий спустя, много поколений спустя, до сих пор люди просто с благодарностью Богу вспоминают в эту пасхальную ночь великий исход, великое чудо. И однажды, я начал именно с этого, я объясню почему. Однажды Иисус Христос, Иешуа, Машиах, Он совершил пасхальный ужин, пасхальный этот седер, последний пасхальный седер Ветхого Завета и первый уже Нового Завета вместе со своими учениками. Мы Библию читаем, большей частью люди собрали здесь тех, что читают Писание, поэтому не буду всего рассказывать вам. Мы помним, как Иисус послал своих учеников, дал им знак, что мужчина будет нести воду. Вот. По тем временам в Израиле встретить мужчину, несущим воду, это, знаете ли, это все, что летом в валенках, на лыжах, кого-то вы бы увидели бы, значит, на дороге. Ну, как бы это было нелепостью. Но ученики просто поверили, они просто тупо поверили. Хорошо, невероятно, но мы увидим это. И они пошли. Не знаю, они верили, не верили, сомневались, не сомневались. Я думаю, что сомневались. Но они нашли, на самом деле, видят, мужик идет, несет воду. Надо же, странно. Ну, как учитель говорил, и они за ним пошли. Странный человек, конечно, но Иисус предупреждал, что эта странность, она будет их встречать там. И они пришли к хозяину дома и сказали, где нам Пасху есть? Учитель сказал приготовить Пасху. Там уже все приготовлено. Уже все готово, накрыто, приготовлено. Вау, вот это организация. Это что за конспиративная такая квартира? Это что за явочная такая квартира, куда учитель приглашал своих учеников? Интересно. Я думаю, что-то было в этом интригующее такое для учеников. И они собрались, сколько было там народу, мы не знаем. Обычно на картинах рисуют Иисуса и 12 учеников, но это как минимум неправда. Потому как там было гораздо больше людей. Мы не знаем сколько, но как минимум было 15 человек. Потому что еще и хозяин дома, и тот мужчина, что нес воду. Хотя он мог и не быть. Дело в том, что если хозяин дома приглашает и в его доме совершается пасхальный седер, а он сам игнорирует это, то это считается высшим неуважением просто и для учителя, и для пришедших. Поэтому наверняка хозяин был тоже там. То есть и человек, вот странный мужчина, что нес воду, он тоже был там, конечно. Поэтому 15 мужчин уговорили за вечер животное. Много мяса, там не было скромно, знаете ли, перекусом таким, как сейчас на пасхальном седере. Там хлеб, пресный хлеб, овощи, горькие травы, соленая, подсоленная вода, символизирующая слезы. В общем-то, тогдашний седер немного по-другому проходил, не как сейчас. Во времена талмудического иудаизма очень много изменилось в церемонии седера, в самой Гаде, но в те времена храма, когда храм существовал, некоторые вещи по-другому назывались и по-другому совершались. Это и признают и все ведущие раввины сегодняшние, израильские и вне Израиля. И интересно, что в те времена, совершая пасхальный седер, люди, самое главное, да, ели пресный хлеб, хлеб рабства и хлеб свободы. Лучше хрустеть мацой, но быть свободным человеком. Знаете ли, чем есть поднявшуюся булку, но быть рабом при этом. К этому Бог их приучал. И что интересно, совершались тосты на пасхальном седере. Я вкратце скажу. На пасхальном седере совершались тосты, поднимались тосты. Первый бокал это за свободу. Это по книге Исход, 6 глава, 6 стиха и дальше. За свободу. То, что Бог спас нас из Египта. Потом опять мясо, едим овощи, травы эти горькие, и церемония продолжается. Потом второй тост. Второй тост это за то, что Египет вышел из нас, за освобождение от образа мышления египетского. Второй тост означал именно свободу от образа мышления египтян, от образа мышления материалистического, оккультного, за свободу от Египта внутри нас. Чарльз Спержин, по-моему, кто-то из проповедников великих говорил, что 40 лет надо было Богу, чтобы вывести Египет из нас. 40 дней, чтобы провести туда, из пункта А в пункт Б, формальная свобода. Но 40 лет, чтобы была реальная свобода от Египта, чтобы Египет вышел уже из нас.
Не просто, чтобы мы вышли из Египта, а чтобы Египет вышел из нас. Чтобы мы попрощались с Египтом внутри себя. Убили египтянина внутри себя и закопали его вообще. И, что интересно, потом третий тост. Опять мясо, овощи, горькие травы, хлебы эти пресные. Кушаем, общаемся. Третий тост. Третий тост – это тост за чудеса и знамения. Вспоминаются обычно в этот момент, но когда мы сейчас совершаем, допустим, в домашних условиях или в церкви у себя, совершаем пасхальный седер, обычно, кроме того, что мы вспоминаем чудеса, которые были тогда, во время Великого Исхода, вспоминаем обычно чудеса, которые совершились в наших судьбах, в нашей жизни. Вспоминаем то, что совершил Бог в нашей жизни, во время нашего исхода. Кстати, даже Талмуд говорит нам, что каждый участник пасхального седера должен его есть так, как будто бы он сам вышел из Египта. Слава Богу, друзья. Потом опять едим, доедаем мясо, уже подъедаем все, что остается. Четвертый тост. Приходит время четвертого тоста. Четвертый тост – это тост за... скажу так, Богу усыновление. Когда Бог вывел нас, вывел из Египта, Он не просто вывел на тот берег Красного моря и сказал, а теперь живите где хотите. Вы были рабами там, в Египте, а здесь вы свободны. Гуляй, казак, где хочешь вообще. Кстати, казак по-еврейски значит сильный. И гуляй где хочешь. Но такая свобода, она окончилась рано или поздно бы новым рабством, еще худшим рабством. Потому что дом не занятый, вымеченный, вычищенный. Но если он не заполнен ничем, он еще семь злейших как бы и манит к себе уже издалека. И поэтому, знаете ли, Бог, выведя народ наш из Египта, Он решился на великое чудо, на богоусыновление. Давно этот момент ожидал Всевышний Бог, и люди ожидали этот момент давно уже. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил патриархов, потом рабство, а потом свобода. И вот в этот момент, когда у горы Бог дал заповеди, совершилось тайное богоусыновление. Всех тех евреев и всех тех неевреев, что Бог вывел из Египта, Бог сказал, вы теперь царственное священство, народ святой, взятый в удел. Пятый тост, он не произносится до сих пор. В традиционной синагоге до сих пор его не пьют. Бокал стоит, пятый бокал вина, но его не поднимают. Большинство раввинов объясняет это по-разному. Но большинство раввинов говорит традиционных, ортодоксальных, да и мессианских, в принципе, тоже так объясняют, что... это знак печали нашей, потому что очень печальная статистика, среди мужчин, по крайней мере. Может, среди женщин была не такая печальная статистика, я почему-то так думаю. Но среди мужчин была очень печальная статистика. Из 600 тысяч мужчин призывного возраста, всех вот тех евреев и неевреев, что вышли из Египта, только лишь 2 человека пересекли финишную черту и пришли в землю обетования. Ханаан. Вообще-то пятый бокал, это бокал Ханаана, бокал мессианского царства, бокал, его по-разному именуют, Эрец Израиль, земли уже Израиля, бокал свободы, земли свободы, где течет молоко и мед. Помните эту песню, да? В этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет. Поете вы эту песню? Не знаю, не поете, у нас я ее часто пою. И на самом деле это очень Эрец Зават Ханаан. Халяв он ваш, эрзабах халяв, халяв он ваш. То есть течет молоко и мед. Но это не просто даже физическое молоко и мед. Помните, когда Бен-Гурион независимость государства Израиля провозглашал уже в 20 веке, после Второй мировой, он сказал на общение, что надо же, Бог всемогущий водил наших отцов по таким землям и привел туда, где единственное место на Ближнем Востоке, где нет нефти. И очень мало ресурсов. Но он сказал потом, правда, что единственный, как бы, поистине, как, я не помню, как там буквально звучало, но красиво очень мысль, что есть наши еврейские мозги, но это поистине безграничные ресурсы. То есть Бог учил молоко и мед, но включая мозги,
товарищи, работай, насаждай, делай из ничего что-то, производи, созидай. Удивительно. И так и все произошло. Но это как бы очень красивое, конечно, место такое, мне очень нравится. Но почему бокал не пьется, это до сих пор? Потому что, говорю, есть такая традиция, как бы напоминание. Ведь не тот, кто на старте чемпион, он чемпион, кто на финише чемпион, вот он чемпион. Сегодня, позвольте, скажу, что очень многие выходят из Египтов, этих духовных, из гробов, очень много поднимается народу сегодня, слава Богу за это хорошо. Но цыплят по осени считают, господа. Не тот, кто начинал, он герой. В протестантском мире есть свои крайности, в православном есть свои крайности. Но в протестантском мире, что тревожит, конечно, не только меня, вообще очень многих и протестантских лидеров тревожит, что есть крайность такого, знаете ли, духовного фастфуда такого. Вот как бы много учат о старте, о начале, но вот как бы о самом процессе и вот завершение дела, а ведь по финишу, по завершению как раз, собственно, и судится все. На это не так много акцентируется внимание, хотя такие лидеры, как Джон Бригер, другие в харизматическом писательском братстве, Давид Вилкерсон, очень много сейчас служителей было и есть, которые именно этот момент исправляют, слава Богу за это. Так вот, и пятая чаша, во времена храма она называлась, в те времена, когда жил Иисус, она называлась бокалом Мессии, чашей Мессии. Считалось со времен чуть ли не Моисеева, что этот пятый бокал поднимет однажды сам Машиах и свое царство провозгласит. Во времена талмудического иудаизма раввины переименовали этот бокал. Эту чашу назвали чашей Илии. Но все равно смысл тот же оставили, что однажды Илия придет в одну из благочестивых семей иудейских и поднимет чашу, и царство не свое, а царство Мессии, Машиаха провозгласит. И дети, если седер совершается с детьми, это очень красиво, это очень хорошо, это очень назидательно. Так, по идее, должно быть. Семья с детьми совершает вместе все это. Так вот, и если дети участвуют, то они могут подсматривать за этой чашей. Считается, что кто-то из мальчиков может увидеть этого Илью, как сейчас говорят, или же Машиаха, Мессию тогда заметить. И все, кто присутствовали за столом тогда, ну, не за столом, конечно же, в нашем понимании, это не был стол такой, но это было больше возлежание такое, знаете, такое, как бы, маленькое такое, невысокое. И, хорошо, они воспитывались в традициях, ортодоксальных традициях. В Талмуде говорится, что последнее поколение перед тем, как храм был разрушен, были самые религиозные за всю историю Израиля. То есть религиозное воспитание было на высоком очень уровне. Все, даже простые рыбаки, каких много было за столом, они религиозно были грамотны. Они знали много о традиции, о культуре, о религии. Они прекрасно разбирались в этих вопросах. Но что творилось в их еврейских мозгах, когда вдруг после вечери, когда уже все съедено, выпито, и уже ничего не осталось, и там какие-то остатки, объедки, кусочки надо было бросить в огонь, в этот момент что-то происходит удивительное. В этот момент Мессия свое царство провозглашает. Иисус, Иешуа, он берет чашу, после вечера написано уже, после вечера. Некоторые говорят, это, наверное, третья была чаша, четвертая. Нет, ни в коем разе. Написано после вечера, после уже седера. А после седера лишь последняя, пятая чаша. Тем более она бокалом как раз чашей Мессии называется. И он поднимает ее после вечера и говорит, это есть чаша, новый завет в моей крови, который за вас проливается. Он взял хлеб, как у хлеб, ведь все съедено. Съедено, да не все. Один кусок хлеба должен быть всегда на столе оставлен. Это так называемый афикоман, тот, кто придет и тот, кто пришел. Очень интересный момент. Те, кто присутствовали на седере, те знают, что в самом начале еще, когда совершается первое благословение, и либо хозяин дома, либо учитель, вот раввин, может быть, сам это был Иисус, возможно, в самом начале, когда читают благословение, там, Баруха Тадана Илагейну, Мламедаха Улам, благослови Бог наш, да, Царь Вселенной, давший нам хлеб по земли, и в этот момент отламывается кусочек в этом пасхальном благословении, и он ложится, средние мацы. И удивительно, это средняя отломанная часть
Знаете ли, многие раввины до сих пор считают, что это Исаак, вообще-то тело его как бы отломленное. То, что Авраам, он принес в жертву, или готов был принести в жертву своего сына. Но Иисус сказал, что это сам Иисус, что это он сам. Это есть тело мое, которое предлагаемо за всех вас. И вот этот седер, тот самый пасхальный седер, он стал последним уже Ветхого Завета и первым уже Нового Завета. Тайная вечеря Иисуса с учениками, совершаемая чуть раньше, чем весь остальной Израиль, да и мужчина, несший воду этому свидетельству, только лишь в одной секте это практиковалось. Мужчины таскали воду. Это были вот те, кто вне официального иудаизма тогдашнего, будем так говорить. И знаете, друзья, интересный момент. Пусть в сегодняшнюю ночь, когда придете домой, или кто-то будет на ночной молитве, кто будет дома, я не знаю, кто из вас как поступит, но когда вы будете дома, в частности, допустим, вот просто задайте себе вопрос в первую очередь. Чем эта ночь отличается от всех остальных ночей? Мы были рабами, стали свободными. Поразмышляйте над этим. Преломите хлеб дома. Налейте вина, возьмите хлеб пресный, помолитесь, поблагодарите Бога. Я не то чтобы новые обычаи ввожу, но вот я стараюсь в наших церквях, допустим, учить так людей, чтобы они совершали это в кругу семьи. Это самое ценное, когда мы вот вместе собираемся. Я сейчас в поездке, я сейчас вне дома своего. Моя жена и наши шестеро детей, они остались там в России сейчас, я сейчас здесь. Но слава Богу за интернет, слава Богу за скайп, слава Богу за возможность такую, знаете ли, вот даже в разных странах, порой и континентах, знаете ли, порой седер проводили, я в Америке, допустим, они в Украине, там, или как еще. То есть, возможность такая есть нам быть вместе. Знаете, но самое главное, даже не скайп, самое главное, слава Богу за все это, конечно, но самое главное, в одном духе, мы знаем, 14-го Нисана вечером мы готовимся к этому таинству. Мы готовимся к этому торжеству. Мы готовимся к этому преломлению хлеба. И мы знаем, что все верующие, они одна семья, если мы будем к одному нашему Отцу, общему Богу нашему, Создателю, Творцу обращаться и преломлять хлеб, который сам Мессия Иешуа. Друзья, свобода – это великое благо. Джордж Вашингтон, он говорил, что это самый хрупкий дар, который имеет человечество. Это действительно, его очень легко потерять, очень трудно завоевать. Согласно Библии, свобода никогда не дается даром. Спасение, да, оно даром, но для нас даром. Мы часто расцениваем благодать как именно даром, вообще даром, но это не даром. За нас заплачено. Если вас пригласили, допустим, я однажды был в одном таком хорошем месте, дорогом очень ресторане в Москве. Вот, и там была встреча бизнесменов. И входной билет стоил порядка $500, где-то $400 с чем-то. Входной билет. Вот, я не мог себе позволить прийти туда на этот банкет. Но за меня было заплачено. Один человек, он за меня заплатил. За себя и за меня заплатил входной билет. Там фуршет, банкет, кушаешь, общаешься. И вот, и чтобы попасть туда, там такие богатые люди, известные люди, которые только по телевизору видишь, допустим, или где-то еще, не знаю. И вот, и попал я вот случайно, не целенаправленно приезжал туда в Москву специально для этого мероприятия, но просто тот человек, бизнесмен, предложил, не хотели бы вы попасть в очень интересное сегодня место этим вечером и посмотреть на очень интересных людей, послушать кое-что. И, может быть, вы скажете пару слов. И на самом деле было чудо, мне дали возможность сказать. Я там был один батюшка. Других батюшек не было. И сказали, мы не знаем этого человека, но он священник, и пусть он скажет, может, два слова и благословит нас. И я сказал пару слов. И люди, многие повторяли молитву покаяния. Это было очень ценно. Для меня это было даром. Там икра красная, икра черная, икра заморская, баклажанная. Но, знаете, что интересно, я не платил ни копейки, но я понимал, я был благодарен тому человеку, который заплатил за меня. То есть я прошел туда даром.
с меня ничего. Вот спасение, оно даром для нас, людей. Но оно не даром вообще, оно очень ценно. За него заплачено. Если мы это начнем понимать, что за нас заплачено очень ценно, мы будем ценить вот то, что мы взяли даром. Многие не ценят это, потому что думают, это вообще даром. Халява полная. Но это не просто. Кстати, халява, это еврейское слово, молоко. Потому что еврейские хозяйки на шаббат, они не доили своих коров, и они предлагали украинским женщинам, допустим, говорили, халяв, халяв, ну, молоко, бери, бесплатно, сама надоишь, сама уносишь, и пьешь этого молока, сколько хочешь. И украинские женщины ноги смекнули, у них будет халява скоро. Можно еврейскую коровку или козичку подоить, и молоко иметь бесплатно. Да, в Америке очень популярна такая тоже процедура такая. Можно во многих, особенно в провинциальной Америке, знаете, такой одноэтажной Америке, да, такое часто встретить, написано бесплатно. Идешь, едешь себе, допустим, написано бесплатно. Стоит старая машина, бесплатно. Ну, сейчас режу. Сейчас много русских слишком, поэтому стало очень это редко. Мебель стоит, допустим, написано бесплатно. Ну, самовывоз. Берешь, нравится, забираешь, вещи лежат, бесплатно. Там такие классные сапоги лежали, ковбойские. Вау, слоновой кожи. Написано $1, я чуть не упал. Они долларов 700 минимум стоят вообще, насчет этого говорить. И не ношеные вообще, вот, ну, нулевые. Я думаю, вау, вот это Америка. Мне сразу очень понравилось там. Да, друзья. Но, понимаете ли, есть тот, кто заплатил за все это. За всю эту благодать кто-то заплатил. Друзья. Сегодняшним вечером и сегодняшней ночью я предлагаю просто быть особо благодарным тому, кто заплатил за нас. За наше счастье, за нашу вот эту вот бесплатность эту, заплатил сам Мессия, сам Иешуа, сам Иисус. Заплатил страшной ценой. Мел Гибсон показал лишь часть этой страшной цены в страшном фильме, да, «Страсти Христовы». Я думаю, многие смотрели, и не раз, наверное, смотрели этот фильм. Но даже самое такое ужасное голливудское, знаете ли, изображение не сравнится с тем, что творилось на самом деле. Потому как не просто естественным образом он был обезображен. Вдумайтесь, друзья, Мессия, он был обезображен сверхъестественно еще. У него было лицо маньяка, у него было лицо наркомана. У него было лицо проститутки, у него было лицо отчаявшегося человека, который бросается под поезд. У него было все отчаяние этого мира. Не физически он умер даже. Вот от этих побоев, хотя их вынести было очень сложно. И распятие само. Когда Пилату объяснили, что уже умер, он даже удивился, как уже умер слишком быстро для... Он не был больным человеком, и он очень быстро умер. Почему? Проклятие, все, он взял на себя. Все твое, мое проклятие взял на себя. Это только подумать, это и то жутко. Вот, и все это было на нем. Люди порой груз своих проклятий не могут понести, да? И это их убивает, они прыгают с мостов, там еще что. Знаете ли, не выдерживают, кажется им, что это слишком. А Иисус взял на себя все это. И теперь от нас только лишь одно. Призвать Его святое имя. Согласиться с его планом спасения. Как тогда? Не все евреи поверили, к сожалению, Моисею. Многие даже после страшных казней, не знаю, на что они списывали все это, не знаю, о чем они вообще думали, но были те евреи, которые не поверили даже после страшных казней, даже после смерти первенцев. Я не знаю, насколько надо быть жестоким человеком внутри. Но есть еврейское предание, оно в Талмуде раскрывается очень подробно, что были те евреи, которые остались. Друзья, ужасно, конечно. Археологи нашли в 20-м столетии подтверждение этим словам предания древнего. Что это правда на самом деле, это не просто сказка раввинистическая. И они были впоследствии истреблены. Так вот, и что интересно, но и не все египтяне были дураками. Были египтяне, которые во время казни, в разгар казни, они задумывались. Хотя им говорили, по их как бы сводкам египетским, все должно быть нормально, выгоняйте скот на пастбище, все будет хорошо. Но Бог евреев сказал, нет, кто выгонит, пеняй на себя, кровь на вас. Я буду убивать все, что шевелится на этих полях.
И люди задумались, а стоит ли доверять гидромедцентру египетскому или же Богу евреев? Лучше Богу еврейскому доверимся. И они были целы, и рабы их были целы. У них было время подумать. И потом очень много евреев, не евреев, египтян вышло из царства египетского. Они уверовали, как Руф Мавитянка, помните? Хотели успокоиться под крылами всемогущего Бога. Друзья, я хочу приступить к очень сложной теме сейчас. Но перед тем хочу помолиться. Это удивительный вечер. И хотелось бы немного нарушить порядок сегодняшнего семинара. Я думал все-таки на потом оставить, но думаю, нет, сейчас надо это сделать. Давайте мы встанем на молитву сейчас, короткую молитву, буквально пару минут. Помолимся. И те из присутствующих, что сегодня хотели бы принять дар вечной жизни, даром, по великой благодати Бога. Те, кто еще ни разу, может, в жизни не молились молитвы покаяния, или вы молились, но вы молились один-один с Богом, а сегодня вы это можете сделать в церкви. Пред людьми, как и Иисус говорил сам. И если вы уже каялись, молились, но оступились и ушли, сегодня у вас есть шанс вернуться. Многие христиане, неправильно понимая, извращая порой Писание, говорят, все, это грехи, я хулил Духа, и не может прощения мне быть. Я сознательно грешил, ожидал. Я столько много наслушался таких глупостей. Если вырвано из контекста, можно даже Писание сделать ядовитым, мана может сгнить. Но, скажу так, пока человек в разуме, пока он живет на этой земле, нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Но вот именно не раскаянность, а ожесточение, это и есть хула на Духа Святого. Это единственное, что может огорчать действительно Духа Святого. Не грех наш, а не раскаянность наша. Так вот, сегодня прими покаяние. Сегодня прими. Давайте мы сейчас сделаем так, помолимся. И я прошу сейчас, у нас вот буквально несколько минут, выйдите вперед сейчас сюда те, для этой молитвы, из присутствующих, что будут молиться молитвы покаяния. Ребята, те ушли, это музыкант. Олег. Жалко. Вот это, но вы вспомните сейчас эту песню Рахель, «Милость». Вспомните эту песню сейчас, о чем они пели. Это настолько потрясающая песня, что просто уму непостижимо. Милость Бога. И над землей сегодня это милость. Мы знаем, небо однажды закроется. Милость однажды прекратится для этой планеты. Дни сочтены ее. Но еще милость есть. Великая милость Бога. Друзья, прямо сейчас выйдите сюда. Выйдите те, кто хочет покаяться. Подумайте, я думаю, все-таки есть среди присутствующих. Хотя объяснили, что здесь почти все верующие люди. Но наверняка есть те, кто еще не примирялся с Отцом, не примирялся с Богом. Или хотел бы вернуться сегодня в дом Отца. Вы хотели помолиться? Слава Богу! Помолитесь сюда. Обратитесь лицом к этим людям. Они свидетели вашего покаяния. Слава Богу, что вы вышли. Еще, я думаю, еще есть кто-то в зале, кто хотел бы сегодня помолиться молитвой этой покаяния. Пусть сегодняшняя ночь, она отличается от всех других ночей и вашей жизни. Очень серьезно. Милость Бога. Милость Бога. В храмах православных часто поют «Господи, помилуй». Это из той же оперы тоже. «Господи, помилуй». По-гречески «кире элеисон». Там в корень слова «елей». То есть милость – это елей Бога. Когда Он готов на нас свой елей излить просто-напросто. Отец, я прошу Тебя за тех, кто вышел. Бог, Ты знаешь их сердца, Ты знаешь их мотив, Ты знаешь, Господь, все о каждом из них, как и о каждом из нас. Отец,
И я прошу Тебя, пусть в этой пасхальной молитве милость Твоя будет к этим душам. И к тем, кто будет молиться после нашего этого семинара уже, просматривая эти записи, Бог, коснись тех, кто еще Тебя не знает, и окажи им великую милость Свою. Бог, во имя Иисуса Христа соверши это чудо. Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог патриархов, пророков. Бог царей и священников. Бог, Отец, во имя Сына Твоего, Единородного Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы скажем молитву сейчас все вместе, в особенности вышедшие вперед, пред всеми людьми, собравшимися, пред Его ангелами, которые сейчас здесь присутствуют, в этом собрании, в этом служении, в этом семинаре. В этом семинаре были эти вечера ангелы, их было немного, но сейчас их много. И я скажу, что это милость Бога. Он хочет, не ангелы сами по себе добры, они прекрасны, они добры, но Бог добр, Бог благ. От Него всякое даяние благое сходит свыше. Давайте скажем Богу такие слова сейчас. Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса я прихожу к Тебе. Благодарю Тебя за любовь Твою, за Иисуса Христа, Агнца Твоего, Мессию, Спасителя, Целителя, Освободителя. Я благодарю Тебя, мой Бог, за Твою любовь. И отвечаю своей любовью. И принимаю даром оплаченное Тобою спасение, жизнь вечную, исцеление, освобождение во имя Иисуса Христа. Мессия, Иешуа, войди в мое сердце, живи во мне, доведи меня до конца. Хочу я или не хочу, держи меня, веди меня, спаси меня. Аминь. Бог Святой, я благодарю Тебя за тех, кто вышел вперед. Боже, благослови их. Ты знаешь, кто из них в чем нуждается. Отец, окажи милость сегодня, Господь. Провозглашаем милость на них, Господь. Рахаем милость. Бешем Иешуа. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присядьте, друзья. Присаживайтесь, дорогие друзья. Братья, сестры. Присаживайтесь. И вчера я говорил на очень непростую тему, но сегодня тема, я уже говорил, она страшная тема. Для меня самого она страшная, потому что я сам хлебнул этого зла достаточно. Я буду говорить о проблеме оккультизма в христианстве. Это одно из, скажу, одна из самых темных страниц в истории христианства, которую даже трогать порой неприятно, знаете ли, брезгливо себя чувствуешь. Но надо это сделать, чтобы что-то понять, что-то уразуметь и от чего-то освободиться самому, а во-вторых, уже освобожденным, будучи, освобождать других людей. Каждый говорит, как там написано у Исаии, каждый помогает товарищу своему и говорит ближнему своему, крепись, помните, да? Вот этот, на самом деле, хороший такой девиз, хорошее такое призвание от Бога. Каждый помогает своему товарищу. Мы должны помогать.
друг другу освобождаться, так Бог сам хочет, чтобы мы друг друга тягло написано, носили в Новом Завете, да? И таким образом исполняли закон Христов. То есть в Новом Завете также абсолютно, не только в Ветхом, но и в Новом Завете также. И вчера я остановился на таком моменте, не очень приятном тоже, друзья, чего греха таить, не очень приятный момент. Это 3 и 4 Вселенские соборы, помните, да? Кто вчера не был, пожалуйста, возьмите записи и посмотрите, хорошо? Я очень Богу благодарен за братьев, которые снимают и оперативно там выкладывают на Ютубе. Можно на страничке церковной, она обозначена, страница вашей церкви christov.org.ua. И на нашем сайте информация там тоже будет размещена обязательно. alivechurch.info, живая церковь.info, на сайте Украинской реформаторской православной церкви. И больше того, я скажу, что эта тема, она настолько серьезна, что ее переоценить невозможно просто-напросто. Дело в том, что с того самого момента, с 5-го столетия, вот эти мутные потоки оккультизма хлынули в историческое христианство. История 3-го собора, которую вчера рассказывал, она очень неприглядная, конечно. Мы видим, что грубое вмешательство политиков, именно императора непосредственно, просто-напросто принесло великую смуту христианства. Первых 4 столетия истории церкви христианской христиане молились только лишь Богу. В 5 веке все стало меняться. Христианская церковь претерпевала большие колоссальные изменения, перемены. И, друзья мои, кстати, вот в тезисах православной реформации, которые, как объяснили сегодня, ко вторнику будут готовы, уже будет порядка 100 экземпляров сделано уже, и вы сможете их приобрести и дать, и самим почитать, и сможете дать вашим друзьям, православным, особенно христианам, прочитать. И вот здесь среди тезисов написано следующее, 23-й тезис, всего 100 тезисов здесь. Всякое молитвенное, я цитирую здесь, всякое молитвенное обращение в духовный мир, кому бы то ни было помимо Бога, является религиозным оккультизмом. Мы отказываемся молитвенно обращаться к умершим святым или ангелам, как якобы посредникам к Богу, доверяясь посредничеству лишь Иисуса Христа. И дальше цитаты из 1 Тимофея 2:5 и 6. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». И дальше там говорится, что мы отрекаемся от молитв Марии, Мариан, Матери нашего Господа Иисуса, как унизительных, и дальше там отрекаемся, опять отрекаемся. И это очень такая серьезная тема. Дело в том, что через 20 лет, ровно через 20 лет после того самого рокового 3-го Вселенского собора, 431 года, в 451 году в Халкидоне произошел еще один собор. Это был уже 4-й по счету Вселенский собор, который, к сожалению, не решил проблем, но усугубил их. И легализовал, на этом соборе легализовали оккультизм. В частности, призывание умерших, использование мощей, останков святых, использование... Значит, и молитва за умерших была уже совершаема публично. Я приведу такую иллюстрацию. У нас мало времени, поэтому я приведу иллюстрацию такую, чтобы вам было понятно. Среди вот, деяний этого собора есть следующее. В зал заседания было помещено, гроб был помещен с телом умертвой девушки. Епископы посчитали, ну, те, кто были вчера, те помнят, что епископы в большинстве своем были уже монахами. Хотя до 3-го Вселенского собора были, конечно, монахи и епископами некоторые, но это не было общепринято. То уже после 3-го собора монашество взяло власть в свои руки. И чаще всего люди были невежественны, библейские, я имею в виду, но спиритически очень сильно подкованы, оккультно очень сильно зависимы и обременены. И многие пагубные ереси начали распространять эти горе-епископы в своих епархиях. Значит, от Константинополя до самого Египта. По всему Востоку. На Западе это еще не было так общепринято.
это впоследствии, позже, гораздо позже туда пришли вот эти проблемы религиозного оккультизма. Вначале это было на Востоке. Родина монашества вообще и оккультизма христианского, где? Африка, да? Северо-восток Африки, помните? Так вот, и в зале заседания был помещен гроб с телом мертвой девушки, девственницы, которая была обезглавлена, или там, не помню, как ее казнили когда-то. И тело было помещено в эту гробницу. И считалось, что она, умершая, даст ответ епископам, которые между собой не могли определиться в некоторых вещах. Это христианское собрание, конференция. Представьте себе, насколько уже низко упали тогда христиане, насколько уже примитивным, оккультным стало христианство, официально я имею в виду, не, конечно, христианство отдельных христиан, отдельных верующих церквей, нет. Были и тогда верующие, безусловно, но а вот эта элита, как бы в кавычках, знаете ли, вот те, кто говорили от имени Христа, те, кто говорили от имени Вселенской Церкви, насколько низко они упали. Это ужасно. И это факты, которые, в принципе, знает любой грамотный священник. С семинарским образованием любой священник это знает. И я это знал, но я это оправдывал постоянно тогда для себя самого. Я говорил, ну все-таки, да, мне это непонятно, да, это похоже на оккультизм, но это же все-таки Вселенский собор, и как бы яйца курицы не учат, но как бы они лучше знают, зачем они это сделали. Но когда в 96-м году я стал вникать в себя и в учение, не наоборот, а именно в такой последовательности, это принесло большие благословения. Как говорил Сергей Сергеевич Аверинцев, покойный академик российский, его многие упрекали при жизни, он не так давно ушел в вечность. Он очень много сделал для реформации православной церкви, больше многих священников. Но это его имя как бы так, обыватели наши обычно не знают. Но он очень много сделал, на самом деле, очень много сильного, хорошего для реформации церкви. И его многие упрекали, даже иерархии, говорили, вот тогдашний Алексей II, патриарх московский, что вот вы академик, вот занимайтесь наукой, лингвистикой, там, занимайтесь вот академией наук своей, но... Причем здесь церковь? Вы лезете в то, что должны делать священники. Но интересно, Сергей Сергеевич говорил такие слова. Он это часто цитировал потом, после встречи с патриархом. Что, говорит, заходя в храм, я, говорит, снимаю шляпу, но не голову же. Слава Богу за думающих людей, слава Богу за тех, которые думают своей головой. Это очень важно. И реформация, по большому счету, имеет несколько благородных целей. Одна из благородных целей ее, реформация любой, будь то 16 века, будь то 21 века, заставить людей думать своей головой. Потому что есть персональная ответственность перед Богом. Неважно ты, еврей, украинец, русский, кем бы то ни был, американец, африканец, есть персональная ответственность перед Богом. Неважно какого ты народа, племени. Может быть, твой народ, он держит тебя в тисках. Ну, может быть, твои представления, твоя культура держит тебя в тисках в некоторых рамках. Но ты знаешь, что есть персональная ответственность перед Богом. Лично каждого из нас. Друзья мои, и так вот. Кстати, Сергей Сергеевич, он очень много говорил об освобождении церкви от оккультного бремени. Этого оккультного бремени, которое выражается чаще всего сегодня в молитвах за упокой и в культе мертвых. Вот приближается Радуница, один из самых оккультных проблемных праздников в Украине, по крайней мере. И также использование мощей, останков человеческих, которое началось все как раз именно с того самого 4-го Вселенского собора в Халкидоне. Друзья мои, и как произошло все это? В календарях Русской Православной Церкви, Украинской Церкви отмечен в июле праздник, он так и называется, «Чудо Ефимии», так звали девушку, «Всехвальный им же православие утвердись». Ну, на старославянском так звучит. По-русски примерно так, что чудо, которое произошло через Ефимию, вот, ну, эту мертвую девушку, которым утвердилось православие, как бы. И какое же православие? Скорее, кривославие, а не православие. Но что произошло по порядку? В гроб к этой девушке положили рукописание некоторые, закрыли крышкой, значит, запечатали печатями и молились. Кому? Богу? А нет. Они молились этой Ефиме самой. Просили ее дать ответ, чтобы она дала ответ. Через 20 лет после Третьего собора обращаться уже
считалось нормальным не только к Богородице и апостолам, так ставился вопрос на Третьем соборе, но лихабе до начала. Это было лишь как, знаете, как снежный ком, начало лишь. Последствия дальше больше, дальше больше. За 20 лет до того уже дошло, что было нормальным, казалось, для епископа помолиться еще кому-то на стороне, кому-то еще, дополнительно. И молились самой Ефимии, откровенно спиритический опыт, уже в присутствии представителей власти, императора, в присутствии там, всех участников этого собора. Потом открывают гробницу и видят одно из рукописаний там в руках у нее, а остальные в ногах. Сказал патриархам, вот, как говорится, Эврика, вот ответ. Оппозиция запротестовала, сказали это фокусы. Фокусы, знаете ли, тогда сказал председатель, хорошо, давайте мы не будем закрывать и спросим прямо вот так вот, как есть Ефимию, пусть даст ответ. И якобы Ефимия ответила очень странным таким образом, она, значит, руку сама протянула патриарху и отдала, ну, она мертвая, просто ее рука так, и протянула. Это не фильм ужасов, знаете ли, от заката до рассвета, не, это круче. Ганс Христиан Андерсен и его братья Гримм отдыхают вообще по сравнению с религиозными сказочниками. Шахерезада бледнеет вообще в сравнении с теми, кто составлял подобные вещи. Но я даже так говорил братьям, что говорю, если в Голливуде будет кризис жанра ужасников, то пусть они экранизируют жития святых, там хоть отбавляй всего этого. И так вот. И что интересно, она вручила, как бы покойница, рука ее протянулась и вручила вот это вот рукописание председателю. Оппозиция даже после этого не поверила, пришлось ее репрессировать. Но как бы момент этот был отмечен как именно чудо спиритического такого опыта, вот именно в присутствии всех собравшихся и верующих, и как бы скептиков, ну к этому отношению к мощам. Так вот, но с того самого злополучного 4-го собора использование мощей, останков умерших людей, святых, стало обычным, нормальным. Но не везде, конечно. Вначале лишь на Востоке. На Запад это постепенно приходило, с Востока это оккультная проблема. По мере того, как монашество распространялось на Западе, по мере этого распространения распространялись и мощи. Сегодня, допустим, главное хранилище мощей, останков святых в Греции находится на полуострове Афон. Это главное, в общем-то, проблемное место, ну как бы пульс Вселенной, только в плохом смысле. Пульсирует, знаете, такой гнойник такой определенный, значит, который нагнаивается давно уже. И дело в том, что Греция стала главным поставщиком мощей по всей, ну, земле. До сих пор, когда СССР уже там при Горбачеве шаталась, уже рушилась, то Греция оказала гуманитарную помощь тогда Советскому Союзу, значит, в виде там сотен килограмм ежегодно этих костей, мощей, значит, для не голодающих России, нет, а для, значит, восстанавливающихся храмов, церквей России, чтобы в каждом храме были мощи. Ведь по уставу традиционной церкви до сих пор в основании храма каждого ложатся мощи. И также и в самом престоле, вы видели, наверное, престол, кто был в храмах, заходили, красивое место. Когда открываются царские врата, вы видите престол. Значит, и в этом престоле есть эти мощи. Времени не так много, но я думаю, что многие из вас как бы слышали мои лекции на эту тему уже. Я намереваюсь, даст Бог, на будущей неделе говорить, тоже развивая эту тему дальше еще. Есть еще некоторые примеры религиозного культизма. Это, конечно, проблема не только для вот нас, православных, или же католических церквей, но и для протестантских церквей. Хотя протестантские церкви в целом, слава Богу, свободны от этих предрассудков. Касательно мощей, по крайней мере, свободны. Хотя, как сказать, есть вещи пограничные. Знаете ли, есть вещи, которые вот как грибы, да? Есть съедобные, есть ядовитые, а есть условно съедобные. А ты можешь от них погибнуть, но как бы возможно и нет. Как приготовишь еще? Как относишься к этим вещам? Даже, допустим, ношение креста или панагии. Я ношу еще такой епископский такой медальон такой, не панагию. Даже это, или крест, да? Для тебя это может быть даже и роковым, и большой проблемой.
Это может стать оккультной проблемой, которая убьет тебя духовно, если будешь неправильно носить. То есть это, понимаете ли, немного проводок рвануть и все, и как бы сапер ошибается раз. Но поэтому я, когда вручаю кресты нашим новым священникам, допустим, рукополагаю нового священника, как епископ церкви, то я всегда предупреждаю братьев, сестер, всех служителей, предупреждаю, что ношение рясы нашей, пусть это будет не поводом к превозношению над другими людьми. Иисус вообще говорил, остерегайтесь тех, которые любят ходить в длинных одеждах. Не просто, которые ходят в длинных одеждах. Иисус не был против Макси. Он не был реформатором моды. Если бы фарисеи пришли на завтра в мини-рясах, они от этого более духовно и правильно не стали бы. Знаете ли, но он говорил, что кто любит ходить в длинных этих ризах, этих рясах, Бог не против вот этих одежд. У него тоже есть нечто подобное, кстати. Но он против того, чтобы мы относились к этому неправильно. А на ношение крестов, допустим, или панагий, это может быть конкретно оккультным. И чаще всего в практике, если брать насчет именно приходскую жизнь, церковную жизнь, да, поместной церкви, любой фактически, это большая проблема. Многие носят крестики, допустим, сестры, братья, и я спрашиваю, а зачем вы это делаете? Ну, особенно, когда приходят впервые люди, я спрашиваю, зачем, вот для чего? И они говорят, ну, допустим, это, ну, к примеру, знак моей веры. Ну, хорошо, слава Богу. Значит, если человек говорит, что это, ну, как талисман, там, оберег, там, значит, там, ну, защита, чтобы на экзаменах везло, там, и чтобы, там, как бы, значит, удача, фортуна, лицо поворачивалось постоянно, то, конечно, это конкретно уже, ну, оккультный мотив, и здесь действие бесов через эти кресты, ну, напрямую действует. Но, скажу, что, да, бесы крестов не боятся, кстати. Бесы крестов не боятся, вынуждены разочаровать, значит, вот именно любителей крестоносцев, значит, которые думают, что бесы боятся крестов. Значит, даже если у тебя будет огромный, там, золотой, какой-то серебряный, там, деревянный, какой крест, это для дьявола никакая не, ну, не паника, не повод для паники. А чего еще бесы могут бояться? Да, я говорил, да, что вот чеснока, допустим, да? Чеснока, святой воды, к примеру, комната, молитвенная комната освобождения, нужно все в чесноке, да? Грозди чеснока, и чтобы служители освобождения все пропахли чесноком. Нет, нет, это не спасет от нечисти. Значит, святая вода тоже здесь, в общем-то, никак не поможет. Осиновый колышек и серебряные пули тоже, как бы, это для набора православного Ван-Хельсинга, это тоже очень, как бы, так вот, слабое оружие. Что еще, что может против дьявола действовать? На самом деле, лишь имя Иисуса Христа. Бешем Иешуа, во имя Иисуса. Но Бешем — это не просто с именем на устах, а я в имени буквально. Он во мне, я в нем. Мы помним в Деяниях, когда пытались, я первосвященника Скевы, использовать имя Иисуса. И говорили, вот именем Иисуса, какого? Ну, мало ли Иисусов тогда, много было. Но которому Павел проповедует. Вот там бесы в шоке были. И вы туда же. Иисуса знаем, Павел известен. А вы что? Вы тоже? Вы-то уж как бы свои-то. И знаете ли, но страх Божий напал на верующих тогда, которые принесли книги по оккультизму и все это сожгли пред всеми. На 50 тысяч драхм. Говорят, это была кругленькая сумма в то время. Так вот, и что интересно, ведь у верующих это все было. Было. И сегодня, поверьте, если сегодня вот как бы сделать нам такую чистку в наших вот, ну, как бы, жилищах, как бы, порой мы можем найти такие вещи, которые, ну, как бы, они нам могут казаться, ну, как бы, памятью от бабушек наших и дедушек, допустим, да, значит, вот, как бы, семейная реликвия, намоленная, как бы, икона, значит, куда это все, в печку. Если это все намолено, если все это является вашим вот этим оберегом, талисманом, дорога лишь туда, в огонь. Но, опять-таки, это должно быть не то, чтобы вам приказал батюшка, да, или пастор, нет, должно быть вашим личным решением. Истина должна освободить. Я, допустим, свои иконы я уничтожил, свои именно иконы, которым поклонялся раньше, которые были намолены, которые были вот моими реликвиями, я от них отказался, и однажды я их уничтожил, и мне это очень сильно помогло в жизни. Знаете, как будто вот просто еще одна какая-то цепь порвалась, и, ну, легче стало жить просто-напросто. А то я себя ловил, но это не сразу, это через несколько лет после размышлений, молитв, мне казалось, я от этого не завишу.
Если мне кто-то сказал бы, у тебя проблема, я говорю, какая проблема, я же к Богу обращаюсь, это просто, ну, там, напоминание о Боге, может быть, как бы, хотя, как бы, если по правде посмотреть, я потом глянул на себя, как бы, со стороны немного, через Слово Божье, я увидел, у меня проблема большая, я нет-нет, да, обращаюсь, нет-нет, да, встану на колени, там, что, а дьяволу только это и надо? Ну, поклонись, ну, поцелуй иконочку, ну, косточку поцелуй, там, ну, там, что-то еще. Ну, сходи на кладбище, там, поставь там, значит, там, пасочку на могилку. Он еще, то есть, как бы, дьявол только ищет эту зацепку, чтобы оккультный мир привести в движение вокруг тебя. Но, на самом-то деле, когда истина приходит в нашу жизнь, она нас освобождает. Я на будущем деле буду рассказывать более детально вот эти вещи, моменты освобождения еще. Сейчас скажу, что именно исторически, как это все происходило. Молитва за упокой, я говорил, она была легализована тогда, на 4-м соборе, но она возникла еще раньше. Насколько раньше? Но лет на 80, наверное, 70 точно, это минимум. Возможно, еще даже раньше. Дело в том, что в середине 4-го столетия монахи в Африке получали откровения. Помните, я говорил об откровениях о молитве Богородицы и святым? Но они же получали, монахи, откровения о якобы необходимости молиться за умерших. Среди первых, кто получил это откровение, были монахи-первопроходцы, первое поколение монахов. Это был Макарий Египетский, Антоний Великий, Макарий Египетский, Пахомий Великий, вот эти отцы. Но Макарий Египетский, ну они все были египетские, эфиопские, но Макарий Египетский был очень в этом плане, конечно, ну, такой значимой личностью. Потому что в его вот, официальной версии, допустим, житие Макария Египетского, то, что он официально в святых до сих пор еще, представьте, оккультист, спиритист, находящийся до сих пор в святцах, кому молится, и за пример могут православно взять себе, но не дай Боже, вот, если кто-то будет подражать жизни вот этого спиритиста. Так вот, и в официальной версии жития Макария Египетского порядка, ну, более десятка точно, таких конкретных примеров религиозного спиритизма. Когда он вызывал души умерших людей, разговаривал с ними, общался, получал откровения. Самый классический пример, значит, это беседа Макария с черепом, которая есть фактически во всех редакциях его жития, и в полных, и в кратких. В пустыне он нашел однажды человеческий череп, и, как говорится, быть или не быть, да, вот. Он, значит, вызвал каким-то образом духа, которому при жизни череп этот принадлежал. Он считал, что он общался с умершим этим человеком, который отвечал ему прямо из черепа своего же. Так вот, и дух, говорящий ему из черепа, рассказал такую душещипательную историю, что якобы при жизни он был жрецом оккультной египетской древней этой религии. На вопрос Макария, где он сейчас и что он ощущает, что он видит, расскажи. Значит, этот дух рассказал, ну, как бы, описал просто ад во всех его ужасных, мерзких проявлениях, и что он мучается в этом пламени. Как бы это показалось убедительным для Макария, он дальше стал выпытывать, ну, знаете, вот, слово за слово, как допрос такой. Он вопрос, ответ, значит, ну, такой исчерпывающий был, как бы. Так вот, из этого разговора Макарий вынес откровение, что якобы даже вот такие бедолаги, которые в жизни, даже о Христе не слышать не слышали никогда еще, и не могли слышать, они были, допустим, как жрецы, допустим, египетской религии, и находящиеся на самом дне, там, на донышке ада. Даже для них возможно облегчение их страданий, если живые будут молиться. И в те времена Макарий получал откровение, и похожие, и в других местах, общаясь с душами умерших, как он считал. И другие монахи также получали такие откровения. Но в те времена они получали эти откровения о необходимости молиться за души умерших вне христианства. Потому что спрос был на это откровение, в общем-то. Потому что христиане в целом в 4-м столетии сохраняли библейское понимание спасения через веру в Иисуса Христа. И предложив в те времена христианам помолиться за умерших христиан, за упокой их души, ну, засмеяли вопрос-напросто. Но у многих была проблема, у многих дедушки, бабушки, отцы, деды были вне христианства, умерли, и как бы были вопросы, сомнения. И вот это как раз, этот спрос рождил такие предложения, такие интересные откровения, как бы, что можно таки молиться за них. Потом, когда империя стала сплошь и рядом вся христианская, уже не одно поколение, акцент сместился, и шла речь уже о молитве за умерших христиан уже,
И тем более, что библейская картина понимания спасения уже потерялась тогда в официальном христианстве. Потому что Иисус, Он потерялся в толпе многих святых. Он был растерян, Иисус, потерян. Иисус оказался маленьким ребеночком на руках матери. Иисус оказался в сонме многих-многих святых и далеко не самым популярным он был в Византии. Поверьте, там молились и Николаю Угоднику, и другим. Кстати, образ Николая Угодника вынужден разочаровать тех, кто молится Николаю. Даже Ватикан на Втором Ватиканском соборе, католическая церковь, официально признала, что есть образы собирательные, в том числе образ Николая Угодника, такого не было вообще человека, как такового. Это был образ собирательный. Несколько рассказов из разных источников совместили в один, и родился миф, родилась сплетня большая. Кстати, из русских ученых, упомянутый уже Сергей Сергеевич Аверинцев, был очень мощным разоблачителем подобных, знаете ли, мифотворцев. Один из материалов, его так и называется, о религиозном и политическом мифотворчестве. Но если в политике миф, он как бы, ну там параллель проводится с политическим мифотворчеством, допустим, лениниана, там, или созданием образа, имиджа такого доброго отца народов, там, или политика такого, который, ну как бы свой, и за кого можно голос отдать свой. Знаете ли, создается миф определенный, создается из ничего порой жемчужинка как бы политическая. То если политический миф, он просто убивает, ну как бы, людей порой вот так. Для временной жизни, то, знаете ли, духовный миф, религиозный миф, он убивает вечные души, которые идут за пустотой, за призраком, за ничем. Представьте, сколько на Руси храмов в честь Николая Угодника? Посчитаем, со счету собьемся мы, друзья. Тысячи храмов. Монастыри в честь Николая Угодника. Сколько его икон? Миллионы. И это все миф. Санта-Клаус, Святой Николай, его по всему миру знают. Он на оленях там, там и подарки, значит, там, в камин бросает. Значит. То есть, как бы, знаете ли, его по всему миру знают, но это миф, сказка, ничто. Но почему такая живучая? Люди любят сказки. Гитлер говорил, Адольф, что если ложь говорить часто и повторять ее, она станет правдой. Он верил в то, что можно ложь сделать правдой, часто ее повторяя, везде ее говоря, но на самом деле... Правда не в этом. Правда, истина в том, что истина лишь в Иисусе Христе. И сам Иисус Христос является правдой. И сколько бы ложь, она не гнездилась бы в церкви Христа, даже тысячелетия, она все равно правдой не станет никогда. Она остается ложью. Как осколки, я все время для себя сравниваю, в теле ветерана. Они всегда остаются осколками. Они не рассосутся, знаете ли. Они не растворятся. Тело не примет их. Допустим, пострадает тело от осколков ветерана, допустим, 10 лет, 20, 30, ну скажут, да ладно, стерпится, слюбится, будет это новой почкой там, или там дополнительным еще каким-то отростком. Нет, ни в коем разе. Наоборот, спустя десятилетия многие тело ветерана еще больше страдает. Потому что организм реагирует на это как на инородное, это не его. И тело Христа, оно изранено нами, служителями, изранено богословами, изранено политиками так, что порой живого места на некоторых фрагментах тела Христа не найти. И все изранено. Но это лишь раны в теле Иисуса, а осколки. Но никогда они не станут частью тела Христа. Другие говорят, священники мне, о, стерпится, слюбится, это уже все быльем поросло, не трогай его, вонять не будет, как бы оно уже принюхались уже к этому всему, зачем ты это говоришь, это уже прикипело, уже наше. Знаете, как, допустим, вот, бинты, да? Уже присохли, уже все, что ты рвешь, это ж больно. Но надо удалить это не наше. Это убьет нас, христиан, и убивает миллионы душ. Друзья мои, оккультизм это не наше, это не наши методы вообще. Это имплантант, который пришел к нам, но это не наше. И метастазы вот этих духовных заболеваний, оккультизма в христианстве, в теле Господа Иисуса, они по всему телу фактически распространились. Конечно, я благодарен Богу за Лютера, за Кальвина, за реформаторов 16 века. Благодарен Богу за то, что 5 столетий назад началось поэтапное освобождение церкви от оккультного этого времени. Поэтапно церковь начала освобождаться. Уже 5 столетий этот процесс набирает обороты. В наши дни, как никогда раньше, это все мы видим. Слава Богу за это. Но еще работа не кончатый край, друзья мои.
И еще скажу. Наверное, тема она большая, я оставлю такие. Еще у нас еще завтра будет. Значит, это в 5 часов, да, в 17:00. Завтра здесь мы встречаемся. Уже 15 Ниссана, уже Пасху. Хорошей вам пасхальной ночи, господа. Значит, и скажу интересно, что Бог, Он великий Бог, Он может все делать. Он может из неживого делать живое. Помните, да? Когда, значит, Моисею были знаки даны. Посох бросил, а он стал змеей. Бог может из камней сих возить детей Аврааму. Мы можем сказать, ну, там, есть христианство такое номинальное лишь. Многие христиане лишь называются христианами. А что стоит Богу номинальных этих миллионы христиан сделать реальными христианами? Короткий шаг, небольшой шаг, и Бог может это сделать. В том-то и тайны исхода. Сидели себе евреи, не тужили. Да, потом стали тужить. Потом стали слезы лить, крокодиловые слезы там в Египте. Бог услышал их. До свободы осталось вот ничего совсем. Но самим это сделать невозможно, пока Бог не придет. И удивительно, и сегодня я верю в это искупление, в это освобождение. И второй знак Моисею был дан. Прокаженная рука. Неизлечимая болезнь, невозможная, но возможно с Богом. Аминь. Друзья, и вопрос еще. Я думаю, надо ответить на это обязательно сейчас, потому что аж 4 записки на одну и ту же тему, включая новую, свежую. Значит, о благодатном огне. Является ли это оккультной проделкой? Является ли это действием оккультизма? В общем-то, я был склонен так именно расценивать раньше это. Но дело в том, что каково же было мое удивление узнать, что оказывается этого благодатного именно огня в природе вообще не существует. Его нет. Это миф. Миф, которому верят сегодня. Российские спецслужбы, советские спецслужбы КГБ, СССР и совместно с РПЦ, МП, Русской Православной Церковью и СМИ тогдашними советскими создавали миф, определенный миф. И, в общем-то, миф следующий. Его часто фильм этот крутят, очень грубо составленный фильм, что якобы, он в храмах продается до сих пор, что якобы огонь сходит, он не обжигает людей. Вот почему русские туристы постоянно попадают в клиники Израиля именно с ожогами каждую Пасху, потому что, несмотря на предупреждение, что не надо экспериментировать с огнем, играться с огнем плохо, но люди, упрямо доверяя этому фильму, пытаются поджигать свои руки, а порой и волосы, и заканчивается все это очень плохо. Правда, батюшки многие наши и здесь, знаете ли, аферисты эти религиозные выкручиваются и говорят, ну как бы у них плохая вера, видимо, маленькая вера, незрелая вера. Но, знаете ли, когда этих аферистов вычислили с советского канала, на Западе просто показали следующий момент. Когда монашка там медленно проводит руку над свечой, ну она не монашка, так а-ля монашка в черном всем. Так вот, когда в реальном времени провели эти кадры, оказалось, она быстро провела руку. Но вот те, кто стряпал этот фильм, они специально замедлили ход событий, и как будто бы она медленно проводит руку над огнем, и поэтому не обжигает. В общем-то, только лишь на территории бывшего безбожного Советского Союза сохраняется вера в так называемый благодатный огонь. Наши СМИ говорят, что патриарх, якобы Иерусалимский, принимает этот огонь. Он вынужден был разочаровать туристов русских откровенным признанием, что при всем уважении к вашей вере, но в это не верит ни одна православная церковь. И мы в это не верим. Это не сверхъестественное, это естественный огонь, но они называют его чудесным не в смысле чуда сверхъестественное, а в смысле чудо праздника, именно праздничный огонь, но ни в коем разе не сверхъестественный огонь. И, в общем-то, удивительно, но политические и религиозные вот эти сказочники, они работают на всю катушку сейчас. Тогда, когда уже в начале 80-х уже было, и, простите, дураку ясно, что Союзу осталось немного совсем уже шло все к закату и разваливалось, трещало по швам, но политологи уже говорили однозначно, что все, дни сочтены уже Союза, то, в общем-то, КГБ СССР предприняло вместе с Русской Православной Церковью ход конем, удивительный ход конем. Значит, создание новых мифов, это надо было обязательно. И создавался миф именно о благодатности, как бы церкви, благодатности. Нужны были чудеса. Чудеса состряпали. На скорую руку, но очень вера в это очень крепкая людей. До сих пор люди обжигаются на этом огне. До сих пор, наши дни. И для чего это надо было?
Сейчас время, как его называют, путинизма, да? Господин Путин снова стал президентом России и уже не скрывает своих наполеоновских амбиций, бонапартовских. Сегодня, значит, новая система зарождается, возрождение Советского Союза, но уже в новом формате. И об этом господин Путин говорил первые два срока очень и очень подробно, что его главная идея – это возрождение бывшего Советского Союза. И развал Союза Советского он назвал главной геополитической трагедией 20-го столетия. Это его слова. Так вот, и сейчас Русская Православная Церковь, она используется как политическая проститутка для того, чтобы власти могли делать какую-то свою работу определенную. Но завтра она будет не нужна уже, поверьте. Скорее всего, в ближайшие годы будут большие перемены. Пока к этому идет, если Бог особо не мешается и не даст время еще для покаяний. Так вот, и на определенном этапе религия как идеология станет помехой, потому что Советский Союз – это атеизм, это безбожие. Как сделать десятки миллионов номинальных православных, которые приобщились к религии в эти десятилетия, снова откровенными атеистами? Очень просто, нужны мощные разоблачительные вещи. И самая, конечно же, здесь разоблачительная вещь, мощная, это чудо огня. На вере в ложь держатся сегодня десятки миллионов душ. Их вера основывается на мифе, на сказке. В интересах самой же Русской Православной Церкви и других православных церквей на территории бывшего безбожного союза разоблачить самим эту ложь сегодня, покаяться, отречься. Потому что завтра хотя бы некоторые, но православные, они могут сохранить свою веру в Бога, по крайней мере, и от этого падения могут быть обезопасены. Вообще скажу, что диакон Андрей Кураев, хотя, в общем-то, много неправильного он учит, но я его зауважал после того, как он начал как раз первым в Русской Церкви Православной разоблачать этот миф, ложное этого чуда. Это я вкратце объяснил сейчас, хотя тема более глубокая, у меня есть много свидетельств потрясающих на эту тему. На будущем деле буду рассказывать, но хочется расстаться сейчас с молитвой. Оставим потом на вкусненькое многое интересное и об оккультизме. Но я не собираюсь многие факты говорить лишь для ума нашего. Хочется, чтобы Дух Святой, Руаха Кадош, Руаха Данай, Дух Господа, чтобы он освобождал. И не верьте зомбоящику, не делайте из телевизора кумира, это обезопасит вас информационно. Война идет нешуточная. В первую очередь информационно доверяйтесь Богу, доверяйтесь Его Слову, Библии. И не принимайте все за чистую монету. Анализируйте, размышляйте. И это вам очень сильно поможет в жизни. Не будьте заложниками врага. Потому что по милости Господней каждый спасенный христианин имеет ум Христов. Но от нас уже зависит, развивать ли этот наш ум, да, или же не развивать. Друзья, давайте будем развивать то, что Бог нам дал. Аминь. Отец, я благодарен Тебе за этот вечер. Боже, благослови нас, благослови, Господи, распусти с миром. Боже, те, кто будет молиться здесь ночью, Господь, благослови наших братьев и сестер в этом пасхальном бодрствовании, Господь. Те, кто будут в домах, в кругу семьи своей, Господь, молиться и благодарить Тебя, Господь, за ночь исхода, благослови их. Боже всемогущий, пусть в эту ночь многие из нас вопрос Тебе зададут. Вопрос себе зададут, вопрос своей семье зададут. Чем эта ночь отличается от всех остальных? Что в ней особенного? Что Бог совершил в моей жизни? Что Бог совершает в жизни моей семьи? Что Бог совершает в жизни моей церкви, моей общины? Бог Святой, благослови нас сейчас. Благослови Израиль, благослови, Господь, всех евреев Николаева, благослови, Господь, всех христиан Николаева, Господь, всех, кто верит в Тебя, Бога Великого. Боже, благослови во имя Иисуса Христа, благослови государство Израиль. Сегодня очень много врагов ополчается, сегодня как никогда много врагов у Израиля, как никогда мало друзей. Но, Боже всемогущий, пусть, Господь, сегодня, как никогда раньше, Твоя мощь проявится, Господь. Пусть сегодня, Боже, утешение придет, Господь. Утешитель, Ты утешишь каждое сердце. Во имя Иешуа, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Иисусу.